и неточная передача. Девять очков уже на счету Минарда. И вот опять дуэль Арона. Точный бросок Попова с линии, подбор остается. Неточный бросок Попова с линии, подбор остается. Посмотрите, какая мужская борьба идет на паркете. И спорный. Спорный. В части тренировок он уже встречался с Ацо Петро. Менее остается за южнинцами. Саша Васильевич, проход в лицевую не получился. И и бывший игрок южнинского клуба Минард допускает потерю мяча. Дэниел пока возвращаемся на паркет. Дэниел Юин. Денис Яковлев чуть было не потерял мяч на ведении и тут же в своем решении. Денис Яковлев чуть было не потерял мяч на ведении и тут же